Иваново. Ух ты, я была в городе Иваново. И ты из Иваново с бабушкой? Я из Иваново с бабушкой. С бабушкой. А вас как зовут? А меня зовут Вера. Я Руслан. А он Руслан. Мы приехали в санаторий категории. Первый раз? Да, я приехала второй раз, а он первый раз. Мне так понравился первый раз, что я его привезла с собой. А что ж вам там понравилось такое? Мне, во-первых, я вот эту воду пила с этого источника. Мне был почки камень, и он куда-то делся. Растворился? Да, в общем, УЗИ сделали, не нашли никакого камня, он пропал. Куда делся, я не знаю. Был и нету, все. Так, вот, а еще? Только за счет вот этой воды. Больше ничего не делал. Да, еще, знаете, я все время ходила в вот этих бинтах, вот этих чулках. В общем, мне без них было больно ходить ногам. Мне сделали вот эти носки, грязь. Угу. И все, я забыла про эти чулки, носки. И все лето я на 11 тысяч продала земляники. Все лето я по лесам бегом собирала землянику. Вот так. Зарабатывала деньги. Я еще успею. У меня искривление позвоночника. Мне больше всего понравилось ванику генеральную купаться. Так, а еще что тебе тут понравилось? Сегодня что сделал? Первый раз он пошел на массаж сегодня. И массаж понравился ему. Ну, еще приедете сюда? Конечно, приедем. Я буду каждый день ездить. Я бы летом приехала, да летом я в деревне живу. Мне надо летом бегать по лесам. Ага, на санатории зарабатывать, да? Не то, чтобы даже вот и не надо, если все равно мне надо в лес идти. Вот. Мне уже скоро 70 лет. Но без леса никак. И без леса никак, и без Пятигорья никак. Еще у него и мама приедет, и папа, и другие бабушки с дедушкой, они тоже приедут. В прошлом году я столько нахвалила, моя сестра приехала с дочерью и с внуком. Вот, они были здесь, но они были в марте. Угу. Да, мне тоже понравилось.